Привет, дорогой! Ну что же, начинается 13-й понедельник вместо ужина. Надеюсь, ты успел пообедать сегодня хорошенько. И, значит, вечером можешь сделать легкую тренировку перед сном. Давно начался этот проект у нас, да, то есть после новогодних праздников. Сегодня уже 13-й понедельник, в рамках которого мы продолжаем просто поддерживать себя, свою форму, да, свою мотивацию, прежде всего, для того, чтобы привести себя в форму. Значит, погода улучшается, скоро мы начнем гулять уже без верхней одежды, и нужно будет выглядеть хорошо. Вот, и если ты каждый день хочешь тренироваться, делать зарядки, но все никак не мог на это решиться, то сегодня, в понедельник, когда ты решил начать новую жизнь и не успел утром сделать зарядку, ты можешь сделать ее сегодня вечером. На самом деле, сегодня 13-й понедельник, эти понедельники не связаны, можно начать в любой момент. Главное знать, что я полностью тебя поддерживаю. Сегодняшняя наша вечерняя зарядка будет посвящена координации. У нас будет 1, 2, 3, 6, 8 упражнений, они не сложные. А начинаем мы по традиции, конечно же, с разминки, с танца бачата. Да, мы три мелодии танцуем основные шаги. Я медленно показываю, разогреваемся, протанцовываем и потом легкая координационная тренировка перед сном. Поехали! Ноги чуть шире плеч, начинаем сверху вниз. Сначала разогреваем спину, растягиваем себя. Аккуратно, без резких движений. Влево, вправо, влево, вправо. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поставим перед собой руки. Животы подтянули и тянемся влево и вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь только ноги по очереди сгибаем левое колено, потом правое. Левое, правое. Одно колено согнуто, другое выпрямлено. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Соединяем колено и спина. Какую ногу сгибаем, ту же сторону тянемся. Два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И освобождаем таз. Две коленки согнули и подвигали тазобедренный сустав, разгоняем кровь по организму. Да, если много сидим, я всегда говорю, что обязательно должны быть какие-то подвижные действия. Раз, два, три, четыре. Обратите внимание, что когда мы переносим вес тела на одну ногу, даже тянем спину в противоположную сторону, вылезает таз. Это происходит само по себе, самостоятельно, да, не нужно ничего делать специально. Как только мы начинаем ускорять свое движение быстрее под музыку, то амплитуда движения влево-вправо короче. Собираем ноги вместе и на месте шагаем, марш такой, садимся, как по ступенькам, как будто идем. Раз, два. Делаем три шага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И на счет четыре мы добавляем движение бедром. Смотрите. Раз, два, три. И свободное бедро подняли наверх. Четыре. И пошли. Раз, два, три. И другое свободное. Раз, два, три. Бедро. Вот таким образом мы перешли на основной шаг на месте. Значит, движение рук противоход, противоположная рука-нога, противоположная рука-нога, небольшие круговые движения перед собой. Грудная клетка впереди, попа сзади, руки перед собой. Да, если вы будете танцевать в паре, то, конечно же, мы держим партнера, который перед нами или дама.
которая перед нами. Основное движение влево. С левой ноги пошли. Раз, два, приставили. Три. Рядом нога без веса, подняли. Четыре, опустили. В другую сторону. Раз, два, три. Подняли бедро и бросили его вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяем влево и вправо. Еще раз. Раз, два, три, бедро. Раз, два, три, бедро. Вперед шагаем. Точно так же. Три шага делаем. Раз, два, три. Подтянули свободную бредом, подняли бедро и бросили его. Пошли назад. Раз, два, три. Подняли, бросили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повторить. И вперед. Назад. И еще раз. Вперед. Назад. Влево. Две восьмерки. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три. Оп. И еще раз. На месте. Продолжаем на месте делать. Раз, два, три, четыре шаги и маршируем. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Влево пошли и раз, два, три, четыре. Повторили. Вперед. Раз, два, три. Колено вверх. Бедро. Раз, два, три. Бедро. Повторяем. Вперед. Колено. Влево. Раз, два, три. Бедро. Ап. Ап. На месте. Продолжаем. Право. Влево. Вперед. Раз, два, три. Влево. Вперед. Раз, два, три. Ап. На месте. Обратили внимание, да, что сейчас мы попробовали с другой ноги пойти, соответственно, вправо сначала и вправо же вперед назад. Нет таких правил, чтобы нам кто-то мог это запретить. Мы делаем и с левой, и с правой ноги. Когда танцуем, конечно же, в паре, вот тогда мы уже должны следовать за партнером. И еще одно движение добавляем. Как будто бы мы собираемся пойти, потом передумали и делаем слайд. Направо то же самое. Собрались. Вернулись и сделали слайд. Пошли, передумали, а потом сделали шаг. Точка, вместе, сторону. Точка, вместе, сторону. Точка, вместе и слайд. Побыстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Хорошо, у нас есть 4 движения на месте, влево, вправо, вперед, назад и точка, шаг, соединяем по 2 восьмерки, каждая, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, идем влево, 1, 2, 3, ап, ап, еще раз, вперед пошли, 3, назад. Раз, два, ап. Раз, два, три. На месте. Раз, два, три.
Трап. Вперед. На месте. Есть. Итак, это была у нас разминка перед нашей утренней зарядкой. Я бы сказал, достаточно активная, поэтому то, что у нас будет дальше, будет чуть спокойней, но более такая силовая часть. Так как сегодня наша вечерняя зарядка будет тренировка на координацию, поэтому, в общем, ничего сложного быть для вас не должно. Первое, с чего мы начнем, это выход вперед. Мы делаем шаг вперед, опустились вниз, вернулись. Причем, когда мы делаем выход, колено в полу не касаемся. И чтобы добавить координацию, смотрите, значит, мы делаем выход вперед с левой ноги и поворачиваем руки и взгляд в левую сторону. Вернулись вправо. Да, получается, мы делаем выход и возврат. 8 раз на каждую ногу. Приготовились? Начали. И 1, 2, руки влево и голова влево. 3, 4, 5, 6, скручиваемся, держим баланс. 7, 8, с другой ноги. Теперь руки поставили в левую сторону, с правой ноги делаем шаг вперед и скручиваемся вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний раз. Восемь. Отлично. Есть. Второе упражнение, чем-то у нас похоже, только выход мы будем делать не вперед, а в сторону. Мы делаем выход, давайте начинать с левой ноги, в сторону выход, руки перед собой, и подняли колено левой ноги, то есть отталкиваемся, поднимаемся. Также делаем 8 раз каждой ногой. Начали. Выход. 1. В сторону отталкивались. 2. 3, 4, уходим вниз так, чтобы вы могли стоять, 5, комфортно, 6, 7 и последний 8, с другой ноги, ушли вниз, отталкиваемся, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Походили на месте. Вдох, выдох. Третье упражнение. Мах ногой. Начинаем левой ногой. На правой стоим. Вперед нога и нога. Это один раз. Нам нужно сделать 8 раз на каждую ногу. Начали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Руками балансируем. 7, 8. Развернулись. Другой ноги. И 1, 2, 3. Вот. И 4, 5, 6, 7, 8. Есть, сделали. Вот. Потеря равновесия сегодня может быть одна, завтра другая, это не страшно. Цель к тому, чтобы его не терять, это обязательно пригодится. Дальше возьмем коврик, или можно дома делать просто на полу. Но нам нужно будет встать по четвереньке, поэтому, чтобы... Может быть, было не очень коленям больно, что-то подложите, может быть, полотенце.
пограничник очень простой. Руки ставим под плечами, колени под тазом. И мы по очереди выпрямляем противоположную руку и ногу. Назад уходит правая нога, левая рука вперед. Опустили, поменяли другую руку. Это один раз. Всего нужно сделать таких смен 8. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Никуда не торопимся, спокойный темп. 6, 6, 7, 7. И последний раз делаем правой ногой, левой ногой. Да, отдыхаем немножко. Следующее задание будет также на четвереньках. У нас противоположная рука, нога. Мы делаем на выдохе скручивание, касаемся. Здесь вдох, на выдохе локоть, колено и выпрямились. Каждой ногой делаем 8 раз. Начинаем правой ногой и левой рукой. Выпрямили, на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем руку и ногу. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем. Хорошо, отдыхаем. Дальше будет похожее упражнение, только мы будем взять боковой фланг. Оно чуть-чуть посложнее. Значит, встаем боковой планку на выпрямленной руке, и мы подтягиваем нижний локоть, нижняя нога и верхняя рука. Подтянули. И 1, 2, 8 раз всего делаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Меняем, конечно же, сторону. Теперь другая нога, другая рука. У меня была сначала правая рука, левая нога. Теперь наоборот. Вытянулись. Подтягиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Отдыхаем. Значит, осталось еще одно упражнение. Как раз таки сегодня вы узнаете, как у вас с координацией. Если все хорошо, это отлично. Еще два упражнения. Легли на спину. Согнули. Подняли колени. Ноги подняли. Колени могут быть немножко согнуты. Руки вытягиваем наверх. И теперь мы опускаем противоположную руку и ногу, но на пол не кладем. И снова поднимаем. Если тяжело держать руку высоко, согните в коленях, так будет чуть полегче, 90 градусов. Да, таким образом. И противоположная рука, нога, выпрямились. 1. Делаем 8 раз каждой ногой. 2. 3. Противоположная нога, рука. 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
и 16. Получается по 8 на каждую сторону. Все как обычно, я не обманываю. Да, выпрямили ноги. Открыли. Одну руку убираем сейчас правую за голову. Левую выпрямили налево. На выдохе мы поднимаемся, скручиваемся и касаемся противоположной ноги. И также ложимся обратно. Делаем это 8 раз. Приготовились? Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем руку и 8 раз тройный вверх. 1, 2. Тянемся за рукой, как бы. 3, 4, 5, 6, еще 2 осталось, за рукой тянем, 7, 8, хорошо, бегли и отдыхаем. Выдох, согнули колени, руки в стороны и делаем скрутку в левую сторону, вправо, 20 секунд лежим. Аккуратно поднимаем ноги и скручиваем их в другую сторону. Аккуратно поднимаем ноги, приподняли лопатки, обняли колени, покачались назад, вперед, влево, вправо, и перекатываем. Значит, как обычно, моя рекомендация, конечно, так как это в понедельник, вместо ужина, ничего уже не едим. Можно попить воды, выпить сладкий чай. Вот, и перед сном там, почистили зубки, или сейчас легли, закинули ноги выше головы, на диван, на стул, там, на изголовье кровати. 5-7 минут полежать просто спокойненько, для того, чтобы кровь опустилась вниз. И вы увидите, что ваш сон будет гораздо лучше, эффективнее и приятнее. Вот. Ну что, на этом завершаем сегодняшний 13-й понедельник вместо ужина, и сейчас как раз-таки финальный урок, финальный аккорд этого курса, этого промежутка времени. Впереди у нас остается с вами еще 4 дня утренних зарядок в прямом эфире, 8.15, не забудьте. Финальная неделя, 32-я неделя, мы начинали в сентябре, и на этой неделе мы придем к финишу перед летом, но придумаем что-нибудь, что будем делать дальше. Пока-пока!